Привет, привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий, зомби или люди? Какой вид будет доминировать? Про это наши фильмы в нашем кинотеатре «Зомби», «Найт Террор» и следующее кино «Лаборатория нежити». Посетите хаос в лаборатории, убив 16 человек. А можете пройти еще испытание. Безумные ученые, убейте просто всех людей. А почему безумные ученые? Нет, ну зомби, конечно, доказали в прошлый раз, что они не совсем безумны. Убить всех людей. Ну, надо постараться, наверное. Наши мозги должны позеленеть. Отряд. Опля, это что ж за штука? Здравствуйте, я Эл, компьютерный интерфейс этого комплекса. Рад взаимодействию с вами. Вы выходите в закрытую зону, пожалуйста, идентифицируйтесь. Вот наша идентификация. Личность неизвестна. Битье двери результатов не даст. Проконсультируйтесь. Личность неизвестна. Мне очень жаль, но попытки найти подходящий профиль в базе данных не дали результатов. Включен протокол взаимодействия с нарушителями. Всего хорошего. Вот это протокол. Ничего себе! Даже у здоровяка отскочила голова. Это полотер. Всего лишь полотер, да? Это он делает уже и занимается, наверное, не первый раз этим. Посетите хаос лаборатории, убившись на человека, испытание безумные ученые. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И меня сразу начинает пугать. Вот это многоуровневость. Столько людей, их не очень-то и мало. Го-го. Ребята, я там проверяю камеры. Ладно. Как-то я давно не заглядывал к своим зомбикам, а вот, собственно, и то, с чего все началось, да? Угу. Полотер и его охранник. Или охранница. Это лифт. Блин, ничего себе. Что нам нужно убить? Задание очень просто. Нам нужно убить. Так, это что? Этот генератор открывает что? Не пойму. Что-то здесь? Ладно, будем действовать по мере возникновения проблем. Так что, с чего все начинается? А где наши зомби? Вот, ну вот же они. Вот они, да? Вот они. И все получается. И у нас есть один шприц, чтобы кого-нибудь заразить, да? И все. И все. Смотри, он пим-пим-пим и куда-то уезжает. А, он наверх, да, поехал? Подожди. Пим-пим-пим-пим-пим. А кого бы лучше это все... С кого все начнется? Мне очень интересно. С кого все начнется? Здесь камера. Куда идет вот этот человек? Куда идет этот ученый? Он идет сюда. Он идет сюда. Успеем ли мы что-нибудь сделать? Или не успеем? Он идет сюда. Если я его просто сейчас заражу, и он царапнет эту теточку. Но этот начнет сразу же стрелять. Он просто начнет сразу стрелять. Я ничего не могу делать. Я не могу бежать, ничего не могу делать. Хотя... Ну, это как бы опасно очень начинать отсюда, потому что могут не выжить, могут не выжить. Наверное, все-таки, знаешь, я... Зараза начнется вот с этого человека. С этого человека начнется все. Он почувствовал недомогание. У него была температура, и он пришел на работу заболевшим. И тут началось. Смотри, а эта штука вылезла?
Доктор Лагрик, у вас расстегнуты штаны опять, и вы забыли надеть нижнее белье. Опять. Вот это вот беда. Вот это беда. Ну зачем? Ребята, я там проверяю камеры. О, спасибо, Элла, я так сосредоточен на работе, что забыл обо всем. Замечательно. Я сюда пришел для того, чтобы сейчас... Меня пугает эта камера. Вот таким способом я могу пробудить его. А, этот... блин, этот испугался. Хорошо. У меня здесь ползун. У меня здесь будет ползун, допустим. У меня здесь будет ползун, который пополз не туда, куда нужно. О, боже мой, он сейчас уползет. Он сейчас уползет. Ну, конечно. Хотя ладно. Хотя ладно. Он не уполз далеко. Давай сюда. Ползун, хватай. Ну, грызи его. Вот так, у стеночки, прям замечательно. Дальше ползун выползет сюда, да? Ползун выползет сюда. Мне бы уже и прыгуна бы не помешало. То есть прыгать бы мне очень тоже хотелось, но прыгать сейчас я не могу. Ладно. Эти ходуны пускай ходят здесь. Эти ходуны ходят пускай здесь. Сейчас я спущу этого вниз. Царапнет он этого. Замечательно. Докторишка. Докторишка готов спускаться. Он готов спускаться. Ну, пускай спускается. Пускай спускается, почему бы и нет. Здесь нам ничего... Ну, как ничего. Вот, эта дамочка нам угрожает. Очень даже сильно. Очень даже сильно. Но мы можем покричать, и все. И все. Ну да ладно, пока кричать не будем. Пока просто идем вниз. А куда ты, почему ты так? Нет, тогда изменим направление. Мне нужен ползун. Мне нужен всего лишь ползун. Мне нужен ползун, который поползет вниз. И это будет делать очень быстро. Так, царап. Хорош. Докторишка идет. Докторишка, еще скорость. Еще скорость, еще скорость, еще скорость. Он убегает, он убегает. А куда он убегает? Так, они здесь. Пока пускай здесь. Началась паника, началась паника. Он просто орет. Он просто орет, но никуда не уходит. Хорошо. Что я могу делать? Мне нужно обязательно... Угу. Мне нужно спуститься сюда. Обязательно, чтобы у меня были прыжки. Обязательно, чтобы у меня были прыжки. Ладно. Как мы это будем делать? Я думаю, через... Сейчас в чувство приведем вот этих вот. Дальше они все это открывают. Дальше бег. Блин. Здесь как бы нам ничего не угрожает. Продолжаем дальше. Нет, это открыть. Это сюда. Ну, можно не торопиться. Я думаю, что они так их загрызут, да? Можно не торопиться. Есть. Есть. Хорош. Если мы будем делать так, мы активируем вот этого гражданина. Он пришел в чувство. Чем нам грозит вот эта зона? Не знаю. Но лучше бы, наверное, перестраховаться. И сюда нырять как бы не рекомендуется. Совсем. Значит... О, нет. То есть мы умрем? Да нет, мы живы. Была какая-то опасность, но мы живы. Так, ты прыгаешь дальше.
Хорош. Здесь ученый. Значит, что нужно сделать? Значит, нам нужно одного, который направлен в эту сторону, превратить в ползуна. Этих мы распыляем, потому что им грозит опасность. Ползун наш здесь, ему сделаем скорость. Просто огромнейшее ускорение. Он хватает этого ученого, загрызает. Замечательно. Дальше. Дальше. Шприц нам нужен для этой дамочки. Я думаю, что... Подожди. Хотя да. Эта дамочка превращается. И быстренько. Он швабра, я думаю, что не отобьется. Куда побежал? Она его загрызла, нет? Не знаю. Но пушка, по-моему, активировалась. Активировалась пушка. Так, у нас много кого, много чего. Нам нужен... Сейчас... Ползун. А зачем вот это? Не знаю. Хорошо. Нужно открыть эти двери. Эти двери открыть можно здесь. Пока я создам властелина. Простого властелина. Который забросит ползуна вот сюда. Он же сможет это сделать? Блин, нет. Это печально. Так, хорош. А ну еще один ползун. Так, остановись, подожди, отдохни. Может быть, бросок... А, не хватает, да? Тогда нужно кого-то распылить. Может быть, вот так как-то? Блин, он не хватается. Хорошо, ладно, будем думать тогда чуть позже об этом. Мне здесь нужен один ползун обязательно. Мне нужно кого-то распылить. Так, ты успокойся, пока бросать никого не надо. А то разобьешь им головы. Этот ползун прыгает сюда, ползет сюда. Это все он разрушает и разбивает, да? Да. То есть сейчас пройти... В это место только может ползун. Нам нужно будет... Так, хорошо, подожди. Сейчас я распылю этого ползуна, а вот этого сделаю ползуном. Он ползет сюда. Ползет сюда. Потом забирается сюда. Черт побери. А эти? Как я к ним потом заберусь? Конечно. Мне нужно сперва их сделать. Так, а для чтобы что мне нужно это самое? Распыление. Блин, у меня все меньше и меньше шансов остается. Все меньше. Да куда же ты пошел? Черт побери. Ладно. Не беда. Ждем. Так, подожди, что ждать? Нужно наверх его направить, правильно же? Эх. Мало биоматериала осталось.
Так, ты идешь сюда. Вновь я просто трачу свое драгоценнейшее ДНК. Ты падаешь сюда. Затем ползешь сюда. Мне нужна от тебя скорость. Ты хватаешь. Да, ты его не схватил. Что же мы делаем тогда? Тогда, пожалуй, я сейчас распылю этого властелина. Мне нужен один ползун. Один ползун. Подожди. Как раз нужно прямо идти. Остальные, получается, мне нужно как-то закрыть, чтобы они туда не пошли, да? Если один идет сюда, потом падает сюда и упал... А, возвращается сюда. Хорошо. Пока перекрыть им путь. Так, он прыгает сюда. Хорошо. Хватает этого. Разбивает это. А, у нас вот что, сдуло его. А, вот как. Ничего себе. Вот как все получается. А я туда забрасывал. Хорошо, тогда мы сейчас этого ползуна спускаем вниз. Этого ползуна спускаем вниз. А он даже разбился. Он просто разбился и все. Но это облегчает нашу немножко задачу. Тогда сейчас нам нужно ползунов поднять вверх. Так, распылить тебя. Эти будут ползать здесь. Значит, мы их распыляем. Они мне больше не нужны. У меня осталось мало их. Но чтобы выполнить это задание, мне нужно тогда кричать. Мне нужно пугать. И мне нужны ползуны. Раз. Два. Будем подниматься наверх. Будем подниматься наверх. Блин. Стоять. Что ж подниматься наверх-то? Они начнут... Ну ладно. Если даже они начнут сюда, будем прыжками их сюда выводить. Хорошо. Ты прыгай сюда. Ты за ним. Угу. Мне нужно, чтобы они испугались. Вдвоем. И дальше скорость. И дальше скорость. Блин, черт. Хорошо, но это не ушло. Ладно, испытание пройдено. Долго. Ну, что ж поделать. Зато мозги наши. Спасибо, что смотрели. Ну и пока-пока. До новых встреч. Пока.